Вам спасибо. Смотри, снимай, снимай. Ну вот, видите, специальный клиент. Да, но вы же видите, где дорога. Это тротуар, даже люди. Ну не могут же люди идти по дороге. Ну, вот, все понимаем. Возвращайтесь потихонечку на дорогу. Спасибо большое. До свидания. Молодцы, мальчики. Одобряем. Девушка. Просто послушайте, это тротуар на будущее. Просто женщина. Это тротуар, здесь люди ходят, понимаете? Вы посмотрите на секунду. Это не дорога, дорога вот, а это тротуар. Здесь ходят люди, плохой пример. Вы что, не понимаете? Посмотрите назад, здесь люди ходят. Это тротуар, а не дорога, женщина. А вам по тротуару ехать? Девушка, стойте! Девушка! Девушка, сдайте, пожалуйста, назад. Послушайте, это тротуар, где люди ходят. Я понимаю, можно я проеду? Ну, можете, пожалуйста, назад сдать? Я ну, перед не вами буду сдавать назад, через... сзади ее чемодан человек. Нет, а здесь три идут. Ну что, меня просто пропустите. Понимаете, если вы начнете давить, мы вот такой стикер замечательный подарим лобовое стекло вам. А с ним будет очень неудобно ехать. Лобовое стекло, я клянусь, вас всех убью нахер. Да не надо, убийство карается законом. Тихо. Вы можете не давить? Хую нахер все, понятно? Вы не кричите. Дебилы ёбнутые все. Вы вообще что ли охренели? Вы что вообще что ли охренели? Вы едете по тротуару. Вы что сделали вообще? Вы зачем ее набили? Вы давили людей, а потому что вы ехали на людей. Вы зачем ее набили? Отделите нахер. Конечно же не будем. Зачем? Вы задумайтесь в следующий раз. Вообще, что ли, охренела ты? Вы что делаете? Зачем вы девушку-то обливаете? У вас есть какая-нибудь штука, чтобы убрать эту херню? Дороги, тротуар люди ходят. Я понимаю, вот смотрите, по дороге можете объехать. Это лишние 5 секунд, 10, все, не более. Правда. Твоя камера, ты вроде лишняя, да? Да? А у вас машина лишняя? А? У вас машина лишняя? Очко пару. Что? Очко пару. Ничего не слышу. Не могли бы вы, пожалуйста, вернуться назад на проезжую часть? По тротуару их нехорошо видеть, сколько людей ходит. Без проблем, давай я вот здесь развернусь. Нет, пожалуйста, можете вернуться назад? Ну, некрасиво получается подошел пешеходом. Я вот сюда заеду, развернусь и обратно поеду. Потихонечку езжайте назад. Я вас как, задом, что ли? Да, конечно, потихонечку. Вы же видели, что здесь люди ходят. Зачем же сюда? Спасибо большое, удачи. Что ж вы делаете? Открывайте окошко. Девушка! Клик. Девушка, что вы творите? Быстро. Девушка, что ж вы делаете? Назад, а? Да. Девушка, зачем же вы так? О, как хуёво-то вам будет, ребят. Не упадите. Смотрите, есть? Назад езжайте! Блядь, это блюд сказала нахуй сейчас! Назад машину езжайте. Не трогай, долбоёб, блядь, я на заправку еду, сука, дебилы, блядь! Назад, давай! Нахуй, отошли от машины, задавлю сейчас всех! Тихо! Пускай она сейчас остановится! Заправились, полный бак, наверное.
гандоны малолетние, блядь. Слушайте, ну хуйнёй страдают, работой занимаетесь, хорошо, а не хуйнёй хорошо, страдаете хорошо, в это время, блядь. А вы как заработали на эту машину? Насосало, блядь. Вот это поворот! О, правда всегда радует. Все, хорошо, удачи.